Добрый день, с вами Лена Стрэндж. Сегодня у нас с вами выкраска гель-лаков Лулан. Что могу по поводу них сказать по первым впечатлениям? На самом деле удобно, что пластмассовая упаковка и пластик такой качественный, нигде не погнулся при транспортировке. Единственный минус был при транспортировке, это то, что пролился один цвет, 0,84. Но он чуть-чуть пролился, немного. Я написала продавцу, и продавец мне ответил, что будут следить за своей продукцией. Спор, конечно, я открывать не буду. Если там он бы весь вылился, там, или половину, тогда да. А так, в принципе, не устраивает то количество, которое осталось. Тем более, это я как бы для себя заказывала гель-лаки. У меня три цвета. Два из них матовых и один такой очень красивый шиммерный. Мы сейчас выкраской займемся. Начнем с цвета 8. Кстати, есть сзади информация. Неплохо он там сделан. Посмотрим, как он сейчас будет ложиться. Стоимость его в районе 80 рублей. Заявлено как 12 миллилитров. Ну, по поводу 12 миллилитров, не знаю. Цвет вот этот вот серо-голубой такой красивый очень. Такой он нежный. Написано, что гель-лак этот сохнет и в ультрафиолетовый, и в LED-лампе. Так что у кого арочные лампочки, то это как раз. Смотрите, он в принципе самовыравнивается. Такой нежный-нежный цвет. Отправляю в лампу. Отправлю на 30 секунд. Пока он сохнет. 0,28 с вами нанесем. Тоже нежный цвет. Он такой нежный сиреневый. Сиреневый такой розовенький. Да я прям даже не знаю, какой цвет красивый. Он вроде летний и не яркий. Он выравнивается. Кстати, запахом. Вот. У меня уже какое впечатление, что из одного места эти гель-лаки разливаются, потому что запах точно такой же, как у Венолиса. Венолиса, CNDS мне пришли, CNDS-E, в один. Так, смотрите, один слой. Открываю вторым. Насыщенный какой становится, красивый. В один можно слой покрыть, если прям хотите бледное покрытие. В два такой уже насыщенный. Но он такой спокойный. Потрясающий цвет. Такой прям спокойный-спокойный. Немножечко полосит. Пока его держу, он в принципе вроде самовыравнивается. Но вообще, ну вот выкраска выкраской, но когда делаешь маникюр, ты понимаешь, насколько удобно с ним работать. Так что маникюр сделаем обязательно. Отправлю в лампу. Третий слой носить точно не буду. Это 008 был у нас цвет. Я ссылки оставлю. Там шиммерный цвет. Это одна ссылка будет, а матовая другая. Ну, посмотрите по магазинчику там. Там еще есть гель-лаки помимо этого. Тоже красиво смотрится. Цвет преобразился прям явно. Тоже в два слоя оставлю. Очень красиво. Мне прям понравилось, как он преобразился. Смотрите. Очень будет нежно смотреться. Мне как раз плиточки пришли. Будем с вами все делать. Так. Смотрите, это у нас 008 цвет. Очень красивый. Я сейчас пока их так оставлю. Выкраску сейчас сделаем 0,84. Настолько шиммерный, настолько весь переливается. Очень красиво.
потрясающий цвет. Посмотрите. Очень красивое покрытие. Так, отправлю в лампу. 0,28 высох. Мы сейчас чуть-чуть липкость есть. Остаточная липкость присутствует. Но цвета, кстати, вот это классное сочетание двух цветов. Посмотрите. Вот это сочетание потрясающе будет. Я сейчас просто еще смотрю на свои лаки для стемпинга, думаю, как-то, может быть, соединить, что-то интересное придумать. Ну, потрясающе, мне нравится. Приятно, когда получаешь гель-лаки именно тех цветов, которые ты ожидаешь. Есть, конечно, цвета-сюрпризы, а есть цвета такие вот прям, которые соответствуют. Но это очень блестит. Мне нравятся шиверные гель-лаки. И в зимнее время, и летнее, и весеннее под стемпингом они прекрасно блестят. Это все очень играет. Гель-лак вот этот вообще классно. Цвет обалденный. Посмотрите. Он будет очень хорошо играть. Все, я тоже два слоя оставлю. Перекрою топом. Вот эти два, и только как раз сейчас высохнет. Дурами будут топ использовать. Это тоже Blue Place. И, кстати, подписчица написала, что магазин Blue Place больше его нету. Я начала искать Blue Place гель-лаки. Нашла такие, я так поняла, что они в пластмассовой упаковке. Я их на пробу заказала. И вам сделаю обзор, и сама посмотрю, что это у нас за гель-лаки. Мне нравится, когда вы мне информацию различную пишете. Интересную, которую я даже порой даже сама не знаю. Нравится на ваши сообщения отвечать. Обратной связи такой. Этот высох. Все просох. Но он блестит. Боже мой, как же он блестит. Его один на покройте, и у вас будет потрясающий маникюр. Смотрите. Все, сейчас отправлю лампу. И разложим наши все цвета. Вот это 0,24, 0,28 и 0,08. Удобно, кстати, что номера сверху. Ну, такие приятные упаковочки, я бы сказала, бы в одной тематике все сделаны. О, лак, кстати, интересная тематика оформления лаков для стемпинга. Видите, тоже в одной тематике сделано. Видно, что здесь номера внизу. Но их и так видно очень хорошо, эти лаки для стемпинга. Тоже такой единый стиль. Так, все просохло. Смотрите, вот этот цвет, это 0,84. Он потрясающе красивый цвет. Очень красивый. Он прям так блестит. Так, вот этот, это 0,28. Нежно-нежно сиренево-розовый такой цвет. Два слоя, смотрите, перекрылся нормально. И этот цвет 008. Ну, как самостоятельное покрытие, не знаю, я, может быть, даже три слоя покрыла бы его, вот этот вот. А в плане под стемпинг два слоя, я думаю, идеальный вариант.
Ну, посмотрите, какая красота у нас получилась с вами. Я надеюсь, вам мой видеообзор был полезен, потому что это новые для меня гель-лаки. Я думаю, что они новые для вас. Надеюсь, вы посмотрите там на них, решите для себя, нужно вам или нет. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно комментируйте мое видео. До новых встреч!